если не контролить, просто их отправить. О, а у меня микроконтроль. Типа. Надо будет потом с Афганом еще раз перелопать. Да. Что хотите там сделать? Блять, один, одним отрядом не могу это одного скаута убить. А. Так, так, полегче, полегче. Что за шквал? У меня еще мышка лагает так вовремя. Сейчас. Так когда ты своими пушками сломал мне этот пулемет? Ну а что ты хочешь? Это целый град, по сути, железных дисков. Железо. Ну, не железо. Кристаллических дисков, которые летят почти на субсветовой скорости. Во-во, полегче с такой хуйней. Они должны это делать. Это как их так разгоняет? Ульдарские технологии, читаю опять. Так. Ульдар на самом деле и Таусят довольно-таки похожие технологии. Так, подожди, чем мне тащить? Я что-то не замечаю. Блять, так, блять, а вот это, против вот этого они уже все. Иди нахер. Нет, тихо, нет. Да сдохни ты уже, Ксенос. Так, а чё там, плазма что ли? Так, а ну-ка давай-ка без этого говна. Ну вы ещё самое весёлое не видели, Ульдар. На. Блин, я не запилил обзор на космодесант, я не знаю, как им воевать правильно еще. И, блин, даже половину обзоров, которые надо было сделать, не писал, так что... Слышь! Ну а чё, если правда? Так. Я не люблю правду. Глаза колет, да? Как говорится, шли нахуй. Я тут главный. Никого не ебет. Так, я понял. Главное, как раз-таки мы тут. Так, блядь, у меня проблемы немножечко. Что мне делать? Так, не могли бы вы немножечко... Не знаю, зачем мне это заказал, честно. В смысле ранения экипажа? В каком месте? Это космари, блядь. Так, подожди, я заказывал с ракетами. Где мои ракеты? В смысле повреждён? Да х... В смысле? Это так не должно быть, как мультил... А, иди нахуй, короче. Почему мультил... В смысле мультилазер его долбит? Это в какой вселенной мы играем? Ну, хаммер, блядь. Добро пожаловать. Сука. Долбит ты, однако, я тебе скажу. Зато ты по ту сторону мультилазера. Засранец. Маркс, помоги мне, пожалуйста. Строс. Мои стражи крутые, но... I need help. Откуда не продержится. Да ты, блядь, издеваешься. Косорылый мудак. Кайф. Сука. Хорош танцевать. Ты меня и убиваешь еще? Серьезно? Иди нахуй, я полежу, пожалуй. Строс! Блять, чуть что, сразу строс. Да, что? Не может. Блять, ну что мне делать? Сэтил, ракетами хер попадешь. Потому что они, во-первых, сами косые, во-вторых, сентиналь бегает, во-третьих, он еще и бар выбивает. Бельта не подойдешь. Что делать? Ну... Без сентинеля ты превозмогал, сентинелем я превозмогаю. Честно, блядь. Ты меня еще как-то убил того Мара. Он не за стенку стреляет, ты не пилаги. Чего? Блядь! Валим, пацаны! Где наши дроп-поды? Улетаем. На Терру. Улететь на дроп-пода. Обратно полетит. Я же время назад. Как, механикусы собирают титанов обратно. С чего? Планет. А, я не рассказывал. Я у Маркса спрошу. Не рассказывал. Не, вроде рассказывал, по кускам.
Не, ну а хули? Просто ты плохо слушал, видимо. А хер с ним. Типа, они завозят их обратно в этот... дроп-под. И собирают и отправляют на орбиту. Каем. У меня ничего нет антитехового нормального. Чё за батман? Да какой в жопу РПГ, я тебя умоляю. Ты просто не пробовал и не знаешь, на что она способна теперь. Он пробовал, он лежит в РПГ. Да блять, гад! И нахуй! Не, серьезно, кустодий, блять. Смотри, против этого ничего не смогу сделать. Отвали от меня! Нет, скауты, только не детей. Нет, могут, Маркус. Если ты будешь танцевать, то хер. Я тебе это в прошлой катке доказал. Не раз. Помню такого. Было такое. Ну тогда я не танцевал джигу, сейчас я танцую джигу, и все заебись. Ковдюки вы одно. Да отстань ты от моих бедных маров! Ну. У них семья и дети, наверное. У них геносемя. У них лапки. Отпусти. Не отпутил. Просто там, как обычно, оборона, защита, короче, все дела. Да у него там какой-то Сталинград. Ой, он жнеца уничтожил. Молодец. Очень быстро. Ну, мне нихера себе. Нет, это платформа с РПГ. Дарский. Я не тебя понял. Так. Ты чё, Сентинель вынесли? Ей, все, пацаны, бежим. Теперь мы на коне. И все. Так, пацаны, мары, задержимся. Пацаны, мары, пацаны. Ну, приятно познакомиться. Здорово, я в прошлом был самым барбосом. Я вообще не понял. Да. Барбос слонишит, что дальше. Имперский кулак. Что непонятного. Блин, он перелетами не работает. Давай перелет. Блять, какие-то недолеты, наоборот. Что это? Что с разбросом? Я не понял. Что такое? Так, я не хочу с этим встречаться, короче. Ой, бля. Фу-фу. Не трогай меня. А, я чувствую, как мой... Твоя Катя падает. Да-да-да. Таблетки Кадия стоит. Будет какой император. Знаем мы такое. Чё-то я чувствую, что моя машинка не тащит. Кто поиздевался над машинкой? Сейчас смотри, Марк, сейчас смотри. Вау! Ну, вообще-то моей целью была не твоя машинка, а твои мары. Ты не так. Мары, это молодец. Тронулась. Мне нужно что-то. А что это за терминатор? Нахера я их купил? You've been fucked up. Они за укрытие не умеют прятаться, блядь. Нахера я их купил? Опа, здрасте. Не-не-не-не-не. Надеюсь, ты меня не трахнешь своим мульти... Воу-воу-воу! Он трахнул меня своими мультилазерами. Так, подожди, почему я его не разрушаю? Мне не кажется, или вы с нервом немножко перегнули, я его разрушить не могу. Я ему три плюхи в хлебало дал. Его уже разрушит, по сути. А почему он стреляет тогда? О, стреляет. Пока техника... О, всё. Нель, что ли? Ну, уже не стресс. Так извольте простить, это мов. Здесь могут засчитаться попадания, могут не засчитаться. На 4 или сколько их там было? Раньше, блин, Сентинель вообще 120 миллиметров брони имел. А сейчас?
45. При максимум. А нахера ему вот это понерфили? Бэк. А, ну ладно. Если бэк. Ой, бля! Так. Ты сидишь дома. Что я сделал? Не ты. Так, подождите, подождите. Мы так не договаривались. Мы так договаривались. А, иди и сюда. Иди тебе нахер. Блин, у меня эти самые терминаторы ходят, как будто бы какие-то, не знаю, мехи из... Они просто как будто бы летают так плечом вперед. Такого аниме 90-х висели. А это что такое? Так, подожди. Это смерть. Пока что убиваю. Меня дубасят. Мэйдэй. Лемонрас. Не, ну нормально, у него лемонрас, у меня даже виндикатора еще через 4 минуты. Охарей. Виндикатор уничтожает все нахуй. Ну да. В поле это лемонрас с, ну, не такой большой дальностью стрельбы. Какой нормал. О, я знаю, че. Ахуя. Так, сука, кустодий. Таймер уничтожить имперской гвардии. Таймер увеличить имперской гвардии. Увеличить. Уничтожители лимонрус. А, понял. Нет, что там? А, да, кстати. И они уже должны быть доступны. Вроде так, бы должны. Стрелять-то собираешься. Уничтожители имеешь в виду с автопушкой? А, не, все нормально. Уничтожители это не с автопушкой. Не с автопушкой. Хер. Да. С хером, да. Короче. Тогда да, хер с ним пусть будет. Слух, но почему дредак такой медленный? Потому что он, блядь, дредак. Где топотунские способности, я не понял. Забрали у него эти способности. Да ты вахуе. Че ты хочешь, у него в бэке 8 км в час вообще скорость. 5 человек дороже. Вот именно. И чё? Это вообще трактор. А тут он у нас, трактор, по-моему... Трактор быстрее ездит, не надо мне пиздеть. Гонит на трактор. И то. Блять. Так. Высадка! Тактикульная. Ой. Высадка в траншеях. Маркус, смотри. Может, без этого проблема. Так, чьё это говно? Ага, свое. И всё. Воу-воу-воу, а давай без ласпушек, окей? Сам, блядь, с ласпушки стреляет, нечего пиздить. Ну да. Справедливо. Так. Ты там все сосул? Да. Отлично. Так, что у меня есть? У меня не хватит. Вы моего терминатора слили. В следующий раз бейте другую карту без камней. Ты чё, нормально как? Так, мне кажется, или у них многовато точек? Думаю, мне кажется. Ты попробуй. Да, мне кажется, я согласен. Все нормально. О, кто это такой классненький? Мою машинку слили, вах! Моя машинка, мать вашу! Так, терминатор, а может ты нормально будешь стрелять, а не как кусок говна? А, не, он не умеет. Блин, он попасть не может. Вау-вау-вау, шо це? Шо это за... Ой, камера, нет! Только не в край карты, пожалуйста! Справишь таймер на... Элит, здравствуйте, девочки. Ну, за элитные очки заебал. Понял. Чё с ним что делать? Меньше. Он до сих пор недоступен еще 11 минут. Хотя это скорее кулдаун.
не настроен на Монру. Вот это кит хорошо. Ёб твою мать. Строс, ты чё там устроил? Сделай кулдауны нормально. Ух ты, какой, какая красивая светошкол. Ага, это пауки. Прикольно. Слышь, ты что делал? Я слышу, слышу. Нормально кулдауны. Я слышу. Такими кулдаунами, да. Ну да, конечно, на дредах тут кулдаун был неприятный, но я перетерпел. Воу-воу, полегче, кто это? Кто смерть. Подожди. Нет! Строс! Строс! Кто опять? Дубасит вот этой херня, как грустный. Ай! Мне тут больно немного. А мне-то как больно, я почти все войска потерял. Сочувствую. А кое-кто прохлаждался. Пиздишь. Мой дредноут! Да, пиздю. Мой дредноутик. А его чинить еще не, нельзя? Все уничтожено. А дредноута чинить у вас можно? Вот такие вот, поломанные. Ему уже пизда. Что там чинить, горы облом? Ну, вы же видели видосик, типа, добавили техножрецов, которые будут их чинить? У нас нету доступа к таким. Ну, типа, просто сделали бы, типа, все, теперь можно. Вот обычный, чем типа, нам сталкер. Это делать, если релиз, мы просто это возьмем и используем. Спиздим. Нет, не спиздим, просто используем на работу. Блять, я забыл, что эта херня взрывается так жестко. Че, я не помнил даже. Чёрт. О, гранадиры, молодцы, на по гранатам скидали. Слушайте, меня интересует все-таки животрепещущий вопрос. У лендрейдера с ракетами ласки или не ласки? Ласки, я уже вижу. Я бы добавил, что у него еще и лапки! Поэтому он нихера делать не будет? Ласки, Маркус. Very appreciate. Ну, Строс, у тебя, конечно, светошоу поинтереснее будет. Да. Ну, вообще все поинтереснее, чем у тебя там. Спасибо. Пожалуйста. Ты починил, что ли? Да ёбанка. Что у нас тут есть интересное? Почти на дредноут кусок говна. Да, да, мы клиента и все. Ничего интересного нет. Я самый удивлен Строс, почему Сокол выжил. После прямого попадания бомбарда из кучи автопушек. Уже не очень. Надо увеличить для автопушки. Ручную. Блин, что это за дуболомы? Кастерскины? Строс, попробуй, кстати, эти прометиевые снаряды у бомбарды. Не пожалеешь. Крутая вещь. Очень интересно. Слушайте, а что за магические свойства вы там приписывали новой плазме? Вот именно магические. Не, ну серьезно. Попробуй сам лучше. Я, пожалуй, воздержусь.
Скажем так, это самая убийственная плюха, может сказать. Но она должна быть такой быть, по идее. Плюхи — это хорошо. Не считая мультиварки. Слышь, хорош. Не считая орбитальной бомбардировки. О. Да. Зря я снижал его стрессы, чтобы на промо был. Он сразу же воспользовался. О, хорошо, пошла. А по тебе представь, если бы это были отряды гвардии. Костлан нахер воспламенил. А это чем он стрелял? Да. Бомбарды? О, такой бомбарды появился смысл. У нее много чего улучшено было. Промитивые снаряды. Основной калибр ее тоже был улучшен. О, да, кто-то идет на нас. Здрасте. Это лбани! Не стреляет! Да. На! Нет, нет. Нормально. Да не грусти ты. Теперь я загрустил. Снайпера взял, терминатором блобешник взял. Давай приби этот Бейнблейд со своими лоскушками. О, Бейнблейд выехал, да? Прикольно. Привет. Ну чё, ХТХ? Я вас сейчас разочарую. Бенни, скорее всего, победит. Страс! Goodbye, motherfucker. Я не знаю, что там, но я, пожалуй, отъеду. Тише. Страс, что там, рассказывай. Ты в этом моде побольше был. Бейнблейд! Что, что вы поменяли, Бенни? Всё. Почему у меня лагнуло? Основной калибр, демолишер Кэнон. Кажется, что мы его заимбанули, а потом, блять. Да, а да. Это нихуя, блять. Какое оружие? Хороший слух называется. Да. Окей. Давай, долби, 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 долби. Блять, по лоскушке надо было. Спокуха, еще пару плюхов вырвут. Так, тихо. Блять, что с ним? Почему он как пьяный ездит? Он сам в сторону начал ехать. Прикрой, 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 сейчас. Бомбануло? Не-не-не. Чего мои лоспушки не достают? Что за пистон? Какой нахер экипаж ранен? Вы чем меня долбите? 300-миллиметровом орудии. Так, давай без этого говна. Ой, ты... Не-не-не, куда ты починай? Куда? Так, давай выравнивайся. Я тебе need help, I need help. Победи, вполне. Из Лазгана? Че он стоит? Кто стоит? Маркус, сзади. Сзади, 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 сзади. Что сзади? Маркус! Здрасте. Дай угадаю, сейчас все соснут сразу, да? Давай, прибей Беню! Пытаюсь, я бегу! Куд? Ты мудак? Он... Ему плохо, он не хочет ходить. Один выстрел. Как я и говорил. В смысле? В смысле, блять, один выстрел? Не, я что ты хочешь? А нахера тогда терминаторы вообще? Тяжелая поддержка пехоты. Ставишь. Ну, вообще-то они такую роль выполняют. Или же как Deep Strike для уничтожения командиров там и ключевых отрядов. А ну, ты нахер. Не веришь мне, иди читай Лексиканум или Бэк. Да понятно, только в игре это неприменимо немножко, тут другие законы. Серёжа, ты о чём? Даже я принимаю, нормально, так должно быть. То есть ты хочешь сказать, что теперь терминаторы бесполезны и это норм? Джим, Джим, они у меня тоже очень-очень хорошо держат точки. Могут держать, по крайней мере. На поздней стадии, когда уже все доступно. Нет. Они на средней стадии где-то появляются. Ну,
По-моему, на 11 или на 14. Ну да, тогда, конечно, еще тяжелой техники нет, но среднего уже есть. В чем вопрос? Этого достаточно, чтобы насадить на кукан их. Ну, если ты их оставишь, конечно, без прикрытия, без ракетной установки, то, конечно, им жопа. Без какой ракетной установки? Без ракетной установки, там, без мельты и без прочего противотанкового оружия. Конечно, им жопа будет. Не, без противотанкового, то понятно, просто... Ну, а в чем проблема, Джим? Я тебе уже объяснил, как можно использовать их, при этом не превращая их в говно. Как? Берешь противотанковое оружие, отправляешь термосов вместе с этим противотанковым ружьем, и все. Проблема решена. И что они сделают? Много чего могут сделать вообще-то. Держать точку могут на Да ладно! В протяжении 3-4 минут. Даже больше, по-моему. Ебаш! Пеня сосать. Тут нечем не хочется. Маркус. Вон да. Блять, не так просто, как тебе кажется. Я им даже не контролю, как бы. Кстати, термосы не светятся. Эти самые, которых я заказал через менюшку, они на карте не светятся. Они и так не светились, Джим, если ты. Если так вопрос ставить, тогда ладно. Мы славно дрались, ребят! У меня через 140 очков второй Бейнблейд, как бы. Ой, Лендрейдер. Какой? Там два типа есть. Там есть Искупитель и... Ну, обычный, мне 130 очков. Блядь, почему у меня Бенни, сука, заряжает патроны, блядь, фугасные? Потому что это Бенни. Это мов, потому что. Потому что пехоту видит! Ох, мама! Чё, мазафакеры, не ждали, блядь? На тебе, мазафакер! Карскины, вот тебе! Это было неплохо, мне понравилось. Когда эта долбанная ракетница перезарядится? Блять. Серьезно, Маркус? А ведь я почти доехал. Ты бы уперся на пару мельт в домах. Эта хуйня сгорела. Я серьезно припас пару мельт. Смотри. Серьезно? Байк выжил после ласпушки? Ну, мов же, чё ты хочешь. Плюс конечно, у него, блядь, ещё дырка в боку. Плюс ко всему еще могут волюмы неправильно читаться, это тоже непонятно. Потому что мов такая херня. Вроде бы настроился правильно. Да не надо читать. А вот тут не так, тайнеры, блядь, настрой нормально, кустодий. Кулдаун, потому что это херня получается. Я, блядь, тяжелую распушку жду уже 15 минут. Я вообще свой танк искоренитель не могу уже. Во-во. Господи, 30 минут дождаться, а время там 18. Знаю. Ой. Че, не ожидал, да, Джим? Че? Не ждал, то, что ожидал? Термос сдохнет от этого. Давай, долбани по нему плазму, пожалуйста. От чего? Чтобы он увидел. Он не сдох. Да уже поздно. Теперь давай... Слушай, почему... Кустадо, скажи. Фу, не Кустадо, а Рейна. Почему ты так опять выходишь, что я убил в 3 раза больше, чем ты? Ну ладно, не 3. Я экономный, и плюс на тебе. 2,5 раза больше, чем ты. Бывает. Опять, потому что... Строс, у нас более активные бои были, не забывай про это. Миском, о, два плазмера, ну все, ребята, вам жопа.